В настоящее время подрастающее поколение воспитывается в патриотическом духе, и этому очень содействует всероссийское движение детей и молодежи «Движение первых», которое работает на будущее нашей страны. Очень важно, что ряды движения в нашем районе все время пополняются достойными ребятами. В муниципалитете созданы все условия, чтобы молодые славянцы, действуя в рамках движения, смогли найти единомышленников и вместе добиться успеха. В Славянском доме молодежи учащиеся 12-й школы стали участниками церемонии приема в ряды движения первых. Оказывается, всесторонняя поддержка новому движению. Это помогает активным ребятам объединяться для достижения высоких жизненных целей. Большие возможности для реализации ваших идей. Инициаторами мероприятия движения должны быть именно вы. Есть 12 направлений, в которых может реализовать себя каждый. Будь то спортсмен, творческий человек, либо ребенок, у которого есть идея для улучшения жизни нашего города, да, нашего района. И движение дает большие перспективы и возможности. Возможности путешествовать, возможности узнавать что-то новое, полезное, возможности самоопределения и выбора своей будущей профессии. Поэтому желаю вам всем, чтобы вы, став участниками движения, реализовали себя только с самой лучшей стороны. Учащиеся, вступая в ряды движения первых, произнесли торжественное обещание. Ребята хотят всегда быть инициаторами добрых дел и готовы изменить окружающий их мир к лучшему. Они очень рады, что есть возможность быть вместе и всегда идти вперед. Также ученики из 12-й школы в этот день вступили в ряды добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия», которое возрождает добрые традиции молодежных организаций. Ребята знают, что юнармеец – это прежде всего исследователь, защитник, спортсмен, и они хотят быть в рядах этого движения.